Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. Продолжаем играть в игру Tower Conquest. Арена. Давай-ка заберем. Так, 15 жнецов. И, ко всему прочему, выпадает нам крестьянин, зомби и хилбот. Такая себе награда. Ну, не считая, конечно же, жнеца. Жнец — это тема. Так, противник найден. Я, естественно, буду брать... какой отряд-то? Первый, самый первый отряд пойдет у меня в бой. Потому что он, во-первых, ребят, дорогой по обслуживанию, да? Вот, поэтому мне как бы не жалко здесь потратить энергию. Ну и во-вторых, здесь достаточно одного фехтовальщика, который тут будет просто их всех разносить. Один. Хоп-хоп. Ага, конечно. Приглушил просто на раз. Все, друзья, прошли. Так, надо посмотреть, какие у нас сегодня события ежедневные. Кто разыгрывается? Король. А король-то у меня прокачан, друзья. Причем по полной программе, если я не ошибаюсь. Да, по максималке, поэтому я на это событие не пойду. Тренировка. Забираем наш отряд. Кто-то мне сказал, что у меня джиггернаут не хватает. Да, друзья, вы правы. Вы правы, не хватает здесь 4 карточек. Знаете, что мы тогда сделаем? Мы из вот этого отряда уберем. А кого тут убрать-то лучше? Ну, давай, наверное, бот-паук уберется отсюда. Уберем бот-паука. Вот. А из другого отряда мы уберем джиггернаута. Вот из этого. Единственное, что если мы его убираем, нам нужна какая-то альтернатива, замена. А вот кого выбрать на замену, я даже ума не приложу. Может быть, этого? Что скажете, если я поставлю? Блин, он 300 энергии стоит. Он 300... Давай вот этого. Блин, это 325. Еще не легче, может, тигра. 350. Давай я, наверное, все-таки вот этого поставлю. Пока. Дальше что мы делаем? Мы переходим опять же в наш вот этот отряд. Ставим сюда джиггернаута. Друзья, это все делается для того, чтобы нам прокачать. Чего? Да, потратить одну единицу энергии, чтобы добавить. Да. Добавить. И поставим его на тренировку. Естественно, уже сюда не получится. Поставим здесь. Все, этот отряд у нас. Какой ты отряд поставил, Рэй? Ну, ну ты дурак, что ли, а, Рэй? Вот скажи мне. Какой ты, блин, отряд поставил? Ай, дурдила деревянная-то, а. Ну, вы поняли, да? А, это же надо было так стормозить-то, а. Ладно, забираем здесь бесплатные карты. Поиграл, называется, блин. Взял просто отряд. А он никудашечки отправил. Слушай, а сколько нам нужно, чтобы открыть? Да не, это я хотел глянуть. Совсем не это, рекламный сундук. Нам нужно сколько-то собрать кристалл для того, чтобы открыть сундук. И прикинь, я не помню, где это делается. По-моему, здесь, да? Самое мощное — это за 500. Нам чуть-чуть, друзья, осталось. Совсем немножечко, и мы откроем эпический сундук. Ну что, пока, пока пойдем драться. Да. Ну что, мы остановились на территории роботов. В принципе, этот отряд здесь, ну да, он должен справиться. Поехали. У нас здесь есть паладин. Дорого, конечно, это все стоит. Паладины там всякие. Альтернативы нету.
Взял просто-напросто отряд в никуда отправил, блин. Да? Давай, 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 есть, успел. Так, и тогда мы вызываем еще молотильщика, чтобы он быстренько его... Опа! Опа, 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 пули! Ребята, нам нужно быстрее его разнести. Шикарно. Вот это да, вот это я понимаю. Не успел он, короче, своей ударной волной нанести повреждение нашему замку. За что, в принципе, я благодарен нашей супер-ульте. Давай, 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 кромсаем их. Карточку дай сюда. Джиггернаут, хорош выпендриваться, а? Тебе это не идет. Хотя под лицу все к лицу, верно? Ускоряха. Ты просто снесли тут к ядре не фени все. Вот это мне нравится. Ну что, продолжаем, друзья. Продолжаем, третий поединок. Здесь у нас прибавляется робот с ракетой. Да, противный гаденыш. Но самое главное, чтобы никто здесь не стоял рядышком. И тогда он, в принципе, ну, никакой угрозы нам представлять не будет. Так, наверное, я вызову. Да чтоб тебя. Давай-ка вот без вот этих вот выкрутасов. Он вызывает мне этого пульверизатора. Вот. Вот это, ребят, не надо делать. Так, иди сюда, гаденыш. Нам нужно его распечатать как можно быстрее. Вообще шикарно идем. Смотри. Всех к ногтю. Два молотильщика сейчас тут будут шпилякать. Я еще одного позову. Всадника. Эй, вообще, вообще моментально закромсали. Без вариантов. Противника даже шанса не было. Предпоследний этап. Здесь, ну, бот-паук, да, не спорю. Вредный чудик. Очень вредный. Но я думаю, что и здесь мы справимся. Блин, ну как же я отряд-то поставил? Вот это, ребята, у меня, конечно. Все спешка, блин, не посмотрел внимательно, блин. Взял отряд, на тренировку отправил. Практически фуловый, который у меня прокачанный, блин. Да? Так, давай, наверное, всадника сюда поставим. И молотильщика сразу же. Вот так вот. А? Красота. Красотища. Вот он вышел, блин. Бот-паук, начинается вот это вот его на тени толкай. Иди нафиг не мешай. И тому подобное. Хорошо. Замечательно, заморозка. Оп. Захотел он своей клешней нас уже ударить. Иди сюда. Тени толкай собрался делать. Все, друзья, база уничтожается. Красиво, да? Я тоже считаю, что очень круто получилось. Ну что, здесь... ядерный робот. Слушай, а если я, например, возьму этот отряд? Или не будем рисковать? Давай, наверное, не будем рисковать. Сразу возьмем. Я думаю, шансов, конечно, ноль у роботов победить нас. Тем более, когда у меня здесь супер-пупер топовая команда. Угу, вышел. Явился, блин, не запылился, ладно. Давай сыграем по твоим правилам. Ну, Роня, ну ё-моё, я думал, сейчас выйдешь, как хорошечно звезданёшь по нему, а ты, как всегда, трясогузку свою там тянешь. Непонятную. Что-то Ронин сегодня не в духе, я смотрю. Ронин не в духе, сегодня он не выбегает. Еле-еле ноги волочет. Все. Ну, мне кажется, роботы, конечно, сильно нам проигрывают. Очень сильно. Причем не только в этом поединке, а вообще во всех поединках. Сундук робота. Все это есть, все это у нас прокачано. Слушай, сколько тут? Ага.
Но я не знаю, хватит ли нам пройти сегодня все это дело. Так, некро плюс зомби. Интересно глянуть на эту битву. Так, я, наверное, начну с голема, а потом возьмем ниндзю. Будем сейчас ниндзей. Давай, некрушку эту. Да какого лешего-то? О, совсем другое дело. Две ниндзи. А две ниндзи это топ. Все, тут считай финита ля комедия. Выиграли мы. Поехали дальше. Без остановки будем шпарить. Чумнуха. Вот это уже похуже, друзья. Чумная мышь. Здесь срочно нам нужна будет ниндзя, потому что он, по-моему, начнется с чумнухи именно. Если я не ошибаюсь. А может быть, я ошибаюсь. Нет, я не ошибаюсь, друзья. Я не ошибаюсь. Красиво сейчас было сделано? Конечно, красиво. Так, очередная чумнуха? Ну да. Еще ниндзю. Ну и все, замку крышка. Замку крышка, а мы продвигаемся. Так, третий этап. Зомби-камикадзе, ничего страшного не вижу. Зомби-камикадзе очень боится нашей ниндзи. Он прямо ее, ух, как пужается. Но здесь немножко в другом вопрос. Да. Ладно, была не была. Голем не такой слабак. Мы это все прекрасно знаем. Вот кислота, да, кислота это, конечно, то еще вредительство. Да, зомби-то этого. Не, надо активировать. Активировать пришлось молнию, потому что начали там уже немножко нас продавливать. Это была просто необходимость. Некро, иди ты отсюда. Начинаешь выводить меня из себя довольно быстро. Ну что, предпоследний этапчик у нас здесь. И призрак. Призрак. Опять же чумнуха здесь. В общем, все по стандарту. Ну, как всегда, вызвал своего привидения, которое сейчас будет просто у меня нервы тут компенсировать. Опа. Так, ребят, стою, жду. Выпускаю. Оу, ниндзя еще и успела, ребята, убежать. Избежала, так сказать, смерти. Одной молнией уничтожил и некро, и летуна. И все, замку крышка. Вот это да, вот это фартануло. Ну что, последний этап. Кто у нас тут босс? Жнец? Жнец. Куда же мы без этого красавчика? Беру супер-пупер имба отряд. Я готов. Ага, побежал. Довольный, блин, вот это, конечно, плохо. Можно чумнуху, в принципе, позвать. Я, наверное, так и сделаю. Так, убивай, пожалуйста, иначе сейчас взрывом. Ну и что ты, Ронин, стоишь, что там в этой кислоте, блин. Так. Заплевываешь, конечно, заплевываешь. На, всех там раскромсал. Всех этих черепков, которых оставила после себя некро.
Ну и победа. И победа. Так, забираем сундук. Сундук нежити. 9. Так, ребята, 9 кристаллов. Погоди-ка секундочку. Погоди. А нам разве не... Вот. Друзья, ну что, идем в магазин и открываем эпический сундук. Офигеть, сколько я к этому шел. Что нам тут выпадает? Опа-на. Ну что сказать, ребята, все практически есть у меня, все. Ну вот, только смотритель, по-моему, не прокачанный, но за 500 рун 10 смотрителей, это, конечно, такое себе удовольствие. Так, ну что, ладно. У нас территория захватчиков, как ты видишь. Блин, что-то тут энергия не копится пока. Этот отряд надо отправлять на тренировку. Ну что, поехали? Попробуем сейчас тут размазать их всех. Страш, конечно, это да. Жесть. Лютый чувак, страш этот. Но у нас тоже есть ребятулечки, которые могут за себя, так сказать, постоять. Так, давай, ниндзя. Ну понятно, начинает. Блин, вот эта заморозка, конечно, очень сильно мне мешает. Две жабы здесь стояло и всех молнией просто поразило. А нечего нарваться, да? Давай, закидываем. Не даем, ни секунды спускаем. Все. Прижучили. Следующий этап. Так, на этом отряде у нас закончилась, к сожалению, энергия, поэтому... Да, возьму этот. Ничего страшного. Тут у нас тоже есть свой превосходный танк, которого звать Паладиныч. Он сможет за себя постоять вполне. А если мы сейчас друидку вызовем, это вообще будет топ. Интересно, я смогу, успею накопить? Попытаемся. Смотри, что сейчас будет. Иди сюда, тритон несчастный. Тут запарил там уже что-то. Побежал, испугался. Все, страш, тебе здесь ничего не светит. Друидка когда с нами, ребят, это бессмертная команда, ё-моё. Можно так ее назвать. Сейчас мы там тотемов понаклепаем. Целую армаду. Вот и все. Да, против этой девчули воевать вообще бесполезно. Если она идет, если впереди ее идет вот такая вот армия из танков, там, дамагеров, это все можно сразу сушить весла. Она будет ставить тотемы, которые будут отхиливать, и ничего ты ей не сделаешь. Ты даже до нее не доберешься. А вот здесь, кстати, плохо, здесь бородавочник. Но мы как обычно боремся с бородавочниками? Через щита ботов. Ну, как видишь, здесь он даже не понадобится. Так, Паладиныч. Да, наверное, паладина надо вызывать. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну-ка, иди сюда. Стрелякала несчастная. Еще возьмем. Так, мы этого будем сегодня бомбить-то или что? Вот это, кстати, фигово. Прижучили. Так, бородавочек, да, всех там к ногтю ставим. Ураганчик еще. Ух, топово. Все? Все, у него шансов нету, ребят. Конечно же. Че он там начал прыгать, елозить, бородавчик там что-то выбегал, хрюкал, я слышал. Слушай, на этом отряде тоже у нас кончилась энергия. А что же тогда получается?
Блин, как же мне этот отряд отправить-то на тренировку? Чё, получается один остался, да, ребята? Один отряд. Видишь, если бы я не скосячил сначала серии, не отправил бы отряд тут на тренировку. Можно было бы, конечно, потратить... Ой, тихо. Ронин. На, нафиг ему. Правильно. А, он же сейчас будет только их выпускать. Все, я вспомнил. Я вспомнил чудное мгновение. Передо мной стояла ты. Упс. С какого перепуга ты тут вылез, хмырёныш? Мешает мне бомбить базу. Замечательно. Интересно, хватит ли нам энергии пройти? Да, в принципе, хватит. Так, бородавочник, страж и всякий там сброд. Ну что, бородавочника будешь отправлять? Да, скорее всего, он именно с него начнет. О, Ронин. Давай его с удара. Хыч! Красиво. Это было красиво. Это было ништяк. Вон Ронин, все, сейчас. Блин. Только хотел сказать, сейчас он шатает там всех. Ну, в принципе, да, у него получится. Забомбили. Ну что, забираем награду. Что нам здесь выпадет? Сундук захватчика. Лорд пустоты. Молотильщик у нас фул. Костяной хранитель я не помню. И ядерный робот. 189-й портал. Ребята, 189-й. Скоро будет 200-й. Блин, ну не копится энергия. Понимаешь? А у меня всего на один поединок осталось солдатиков. Вот такие вот пирожки. Без мяса. Ну что, выпустим, наверное, да? Нашу героиню. Вау-вау-вау-вау-вау. Идет. Толстопуз. На. Я так понимаю, крышка тебе? Замок. Да. Сопротивление бесполезно. И, к сожалению, как мы видим, вся энергия, друзья мои, закончилась у меня. Не дождался я, к сожалению, здесь, чтобы поставить отряд на прокачку. Придется вот сюда ставить. Да? Да. Но зато в следующей серии у нас прокачается Джиггернаут. Угу, и это приятная новость. А здесь вот бесполезно. Здесь у нас, ну, только грифон, если не прокачанный, по-моему. Ну и жнец. Да, обидно, конечно, получилось. Так бы серия была бы немножко подлиннее, и побольше бы мы их смогли пройти. Ну что, друзья, на этом я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.